Здравствуйте, меня зовут Чингиз Мустафаев. Мне 24 года, я приехал из Баку. Я очень хочу, чтобы мою музыку, мое творчество здесь тоже знали. Я вырос в маленькой азербайджанской деревне, где было достаточно сложно жить. Там не было ни света, ни газа, ни интернета. Когда мне было 13 лет, я потерял отца. Я очень хотел поступить в гимназию искусств в Баку. И чтобы я смог там учиться, мама продала свои последние золото, кольцо, сережки. За последние деньги, я помню, мама купила мне гитару, которую я очень хотел. Мужчины обычно не приветствовали, что я играю на гитаре. Соседки издевались. Лучше найди ему нормальную профессию. Я знал одно, что я хочу играть на гитаре. И мама поддерживала меня, она верила мне. Твое участие в конкурсе «Голос Украины» я посвящаю маме. Она нас начала всегда. Вот эта сосредоточенность перед выходом, это очень, очень прикольная штука. Он сам играет? Думаю, да. Ese amor llega así, esta manera. No tienes la culpa. Caballo de la sabana. Porque hemos despreciado por eso No doy a donde te doy Ese amor llega así, esa manera No tienes la culpa Что? Порвал струны! А что ты, что такое? Это что? Это шоу. Пожалуйста. Ese amor llega así, esta manera. No tiene la culpa. Amor de compra-venta, amor del pasado Bambalay, 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 bam, bambalay, bambalay Bambaleyo, bambaleyo Porque me guía yo la prefe de día así Bambaleyo, bambaleyo oh, Porque me guía yo la prefe de día así Bambaleyo, bambaleyo Так, что с народом делают, пиздец. Спасибо. Спасибо. Привет. Привет. Как зовут тебя? А меня зовут Чингиз. Откуда вы? Баку. Баку. О! О! Класс.
Невозможно не повернуться было, потому что много страсти в голосе, много солнца, много вкуса музыкального. И очень интересно вы играли, совмещали это с Билли, тут темпинг где-то там на гитаре, что-то вы там умудрялись все сделать. Какой-то человек-оркестр и человек-эмоция. Спасибо. Я поражена. Вау, спасибо большое. Спасибо. Он первый раз видел Тину в жизни, и он пришел так задумчиво, сказал: какая красивая, это очень красиво. Я говорю: Чингиз, карьера, держись. Я повернулся, потому что я захотел поддержать вас. Судя по всему, у вас порвалась струна. Это первый раз в голосе. Мне очень понравилось, что вы не растерялись. И хочу обратить ваше внимание на этих прекрасных трех тренеров, которые могут вам помочь выиграть. Сехо, класс. Ну, давайте вы, да. Да ты. Я вам назову три причины, почему вы должны быть в моей команде. Причина первая. Каждый сезон у меня есть кто-то из Азербайджана, и мне очень нравится. Вторая причина — это то, что когда вы остановились, я испугался, думал, что все, думал, не успею. И в этот момент вы сказали: ну это же шоу. Мне так это понравилось. Я бы, наверное, то же самое сказал. Самоирония. Да, самоирония. Ну а третья причина — я очень хочу, чтобы вы были в моей команде. Я вижу, у вас много опыта, уверенности и какой-то такой музыкальной глубины. Мне нужно, чтобы вы передали мне весь свой опыт, поэтому давайте ко мне в команду. У меня других причин нет. Вы, как настоящий представитель Азербайджана, обязательно должны пойти в команду прекрасной Тине Кары. Раз уже агитация, я вам не буду мешать быть собой на сцене и творить. Спасибо. Я был в Баку. Вау. Три раза. Ну как там? Там потрясающе. Столько небоскребов. Вы скоро Дубай победите. А теперь, многоуважаемый артист, вы должны выбрать среди четырех прекрасных людей своего одного единственного любимого тренера. Ваш момент истины. Как вы думаете, кому отдаст предпочтение? Я думаю, что Святослав Вакарчук. Если его сердце, там, не знаю, ему не подскажет в последний момент. Не там дрогнет, да, и не переметнется, да, на сторону Тины. Тины? Так, я за Тину, Эдрис. Вакарчук! Вакарчук. Спасибо, спасибо вам за позитив, за энергию. Это круто. Я как в кабину к стоматологу заходил. Я просто больно, у нас есть анестезия. Было очень хорошо. Вам сначала руку. Поздравляю, поздравляю вас. Хорошее приобретение. Славочка, отвоевали. Кого поздравляю? Вас. А, да. Семен. Все, не могу, да. Святослава, поздравляем тебя с первым твоим участником и открытым набором в твою команду.